Чайковский написал это для пианино. Но потом мы сегодня услышим эти же мелодии из его альбома «Миниатюрные», играли и скрипки, скрипичный квартет играл. Да? И вот утро, да? И опять же, да, мы с вами лежим, и у нас начинается, мы мечтаем, а как будет наш день, да? Что мы будем сегодня делать? Мы пойдем в школу, будем заниматься, или мы пойдем в зоопарк с папой или с мамой. У нас мечтания, мечты, да? Я вам сказал вначале, что Чайковский написал, под влиянием Шумана. Сейчас я вам сыграю две мелодии. Первая – это Шуман, «Грезы», вы услышите. А потом будут Чайковские «Сладкие грезы». И вы мне скажете, какие же мелодии вам понравились. А детки закрывают глаза и мечтают, да? И потом мне расскажут, какие у них были мечты. Шуман. Полянка, травка растет, она зелененькая, цветочки, они идут, поднимаются вверх. А кто, что у нас представил Роберто? Какая у тебя картинка, какой у тебя образ возник? Никто, да? Никто не хочет рассказать о своем образе, поделиться с нами. Хорошо, послушаем теперь Чайковский, да? И вы мне скажете, да? Первая песня у Шумана была написана в размере 4 четверти, да? А Чайковский написал в размере 3 четверти, как вальс. Отличается?
отличается его музыка от шуманской музыки? Чем? Что вам больше понравилось? Какая мелодия была больше для вас более интересная? Что, чем Шуман отличается от Чайковского? Вторая. Шуман грезил больше. Так. Мне кажется, она вторая была более задумчивая такая. Вторая, да, вот это тоже сладкая, она более сладкая, да? Шуман такой написал такую, ну, более такую, вдруг она в другом размере идет, да? Более, ну, как марш, да? А у Чайковского все более такое нежное, да? И вот маленький ребенок просыпнулся, что он дальше делает? Он идет играть. Мальчики, во что мальчики играют? Давайте представим, да? 9-летний мальчик любит играть в солдатики. Правильно? А девочки любят в куклы. И Чайковский пишет марш солдатиков, деревянных солдатиков. И мы сейчас с вами сыграем, я и моя ученица, которая мне помогает, Александра, мы сейчас сыграем с вами марш. А мы знаем, как марш, это как люди маршируют. Раз, два, раз, два. Вот тут марш такой, да? И поэтому он написан в размере 2/4, да? А вот можете мне помочь, да? Можете мне хлопать в ладошки? Раз. Вот марш, да? Вот такой марш, да? Пам, 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 пам. Очень легко, да? То есть мы сейчас с вами сыграем 4 такта, и потом будете к нам хлопать, да? Итак, не спеша. Марш — это музыка, когда мы никуда не спешим, да? Да, просто да. Ну, сейчас нотку до сыграйте нам, до. Настроимся. Эти два инструмента, они звучат как один. Потому что мы играем одну и ту же нотку. А сейчас, думаю, у нас будут разные нотки, да? Приготовились. Раз, два, раз, два. Сначала мультик, что очень интересно, да? Болезнь куклы, да? Девочки шли играть в другую комнату, и там были куклы у них. И вот, представляете, кукла заболела. И сейчас мы посмотрим.